продолжаем бродить по Питеру, по Петербургу, моему городу, смотреть на мосты. Могилевский мост, автодорожный арочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Коломенские и Покровские острова. Расположен по оси Лермонтовского проспекта. Рядом с мостом находится православная Свято-Исидоровская церковь Эстонского православного братства. Выше по течению находится Пикалов мост, ниже Аларчин. Ближайшая станция метрополитена, это 1,5 километра, Садовая. Название известно с 1906 года и дано по Могилевской улице, как тогда именовался участок нынешнего Лермонтовского проспекта между Екатерининским каналом и Фонтанкой. Первоначально использовалась форма Могилевский пешеходный мост, но после реконструкции 1912 года мост стал транспортным и определение пешеходный отпало. В советское время мост не был переименован, поскольку название Лермонтовского получил Новотерговский мост на пересечении Лермонтовского проспекта с обводным каналом. В 1905-1906 годах по проекту и под надзором инженера Лихачева был построен пешеходный деревянный мост. В 1911-12 годах мост перестроен транспортный. Это был деревянный свайный трехпролетный мост подкосной системы длиной 49 метров и шириной 11. В 1928 году мост был расширен до 19,5 метров с сохранением прежней конструкции. Во время блокады мост сгорел. Переправа была полностью разрушена взрывом артиллерийского снаряда. Немцы метили во флотский экипаж, но попали в мост. Это была очень мощная, где-то в тонну весом экспериментальная авиабомба, как пишут на сайте сети Волос и вот и в Википедии. Существующий мост был построен в 1951-53 годах по проекту инженера института Ленгипроинжпроекта Блажевича и архитектора Красик. Мост предназначен для движения автотранспорта пешеходов. Длина моста 28,3, ширина 24 метра. Перильное ограждение чугунное, художественного литья по типу решеток набережной реки Моль. Завершается на устоях гранитным парапетом. При въездах на мост установлены торшеры освещения, стилизованные под ампир шестигранными фонарями. Облик современного Могилевского моста приближен к архитектуре петербургских сооружений 19 века. Все, всем пока, всем привет. Посмотрели мы сегодня на Могилевский мост, автодорожный арочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания.